Фейковые новости становятся опаснее, чем сам коронавирус, разлетается по интернету быстрее, чем любая инфекция. Сначала родительские чаты взорвала информация о якобы ночной дезинфекции Тюмени военными вертолетами, а позже рейдами в школы по поиску детей. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опровергает эти новости, но следом появляются другие. В настоящее время в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что на территории региона злоумышленники под предлогом дезинфекции от коронавируса похищают имущество граждан. Управление МВД России по Тюменской области информирует о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных фактов на территории Тюменской области не зарегистрировано. Любительница словить хайп из Амурской области за фейк по коронавирусу уже ответит по закону. На женщину составили административный материал, и теперь он будет передан в суд. Наказания за такие поступки в соответствии с законодательством РФ могут быть разные в зависимости от угрозы. Для граждан штраф до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч рублей, а для юрлиц до 500 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Еще одним поводом для паники стала новость о якобы пустых лавках в магазинах. Она часто мелькает не только в пабликах Тобольска, но и других городов. Но все это очередные попытки напугать людей. В Тюменской области дефицита по товарам нет. На данный момент ситуация в магазинах стабильная. Товар присутствует и на полках, и на складах магазинов, и на больших складах распределительных центров. Согласно данным нашего мониторинга, товарного запаса по продовольственным товарам хватает примерно на 20 дней. Это при условии отсутствия подвоза. Но сразу же скажу, что подвоз бакалейных товаров у нас осуществляется с периодичностью от одного дня, то есть ежедневно, до 2-3 раз в неделю в зависимости от группы товаров. Появляются и нелепые вбросы об ограниченной продаже бумаги, гречки и макарон. Оперативный штаб Тюменской области призывает жителей доверять только официальным источникам информации. Есть официальные источники, есть официальные сайты. Пожалуйста, обращайте внимание, делайте ссылки на них, читайте всю информацию, которая идет по линии работы оперативного штаба правительства Тюменской области и соответствующих служб. Это и департамент здравоохранения, департамент образования, департамент социального развития. Повода для паники нет, но фейковые новости омрачают жизнь людей. Поэтому при любых сомнениях и желании узнать правду, стоит обратиться на официальный канал штаба или на горячую линию. Шамиль Гулиев, Тобольское время.